слушаете пионерскую зорьку. Давай, ешь. Ешь. Не хочу. О, Вера. Наташ, подойди. Сейчас. Ну ты что, не слышишь? Ну сейчас. Ешь. Сейчас. Давай, заканчивай, одевай ребенка. Ну что, мне решать или Веру одевать? Вот не злилась бы, давно решила. Да. Это Лёва. А. Здравствуй. Здравствуй. Слушай, там должны гранки принести из редакции. Ты посмотри и подпиши за меня. Если что не так, исправь. Хорошо. А я разберусь? Да, конечно. Это по твоей теме. Заранее благодарю. Не стоит. Наташа, ты что, не видишь, чайник выкипает? Вера, давай одеваться. Быстренько. Иди сюда. Явление. Не крутись. А чай? Чай приготовить? Нет, я в институте попью. Одевайся, мы опаздываем. Ой, пошли. Вот, с 5 по 6. Хорошо, спасибо. Совпадает коэффициент, нашла? Да. Когда я наблюдаю за вами, то понимаю, что, наверное, это все очень интересно. Да, Дашенька. Это как увлекательное путешествие. Таисия Александровна, ну, а может быть, все бросить, все равно не защищусь. Бабка за детку, детка за репку, выдернем. Что за разговор идиотский? Подурить тебя вытягивали. А зачем? Начальству виднее. Дело не в начальстве. Да? Да. Во-первых, зарплата. И потом... Здравствуйте, товарищи. О, легкий на помине. А я уж и не надеялся вас застать. Подъехал, смотрю, окна светятся. Ну, как? Пишем. Вы только не размазывайте, надо еще и лозневому посчитать. Да, у него сложнее. Не то, что это вода. Ты что, обиделась? Нет, что вы, я не обиделась. Мы же в отделе гидрогеологическом. Что? Надо месячный отчет подписать. Нет, нет, нет. Никаких отчетов. Заканчивайте и поехали в ресторан. Ой, ой. Ну, на какие шиши? Это зарплата неделя. Начальство при деньгах. Кроме того, есть причина. Значит, можно поздравить с квартирой? Ну, поздравлять рано, только депутатскую прошу. Спасибо. Допустим, депутатская, это уже все. Ну, не все, а самое трудное. Почему? Да зачем? А сколько комнат? Ну, знаете ведь. Ну, хорошо. Поехали. Меня вообще-то дома ждут. Поехали, поехали. Окажем начальству уважение. Я тоже не могу. Нет, если ехать, так всем. Ну, ладно, поехали. Таисия Александровна, не подводите коллектив. Ты когда последний раз была в ресторане? Ой. Не помню. Ну, это же безобразие. Когда ты думаешь жить? На том свете? Все, я вас жду. Таечка, ну поехали, а? Ты для меня вроде алиби. Единственная подружка, кому мой Гриша верит безоговорочно. Но я не могу. Я же детей совсем не вижу. Неловко, что я затащил вас в эту дыру. А с другой стороны, такого на Невском и не увидишь. И в этом своя прелесть, демократично. А по-моему, здесь прекрасно. Таечка. Лёва? Нет, девочки, я за рулем. Бедный. А наши-то наши-то, посмотрите. Может быть, и нам потанцевать, а? Да-да. Танцуйте, а я посмотрю. Дельфа!
молодой, я закружил. Ой, Бельфом. Долго ли мы танцевали, а уже успел объяснить мне, что жены нет, дети взрослые. Вот отпускай их. Ой, мой, когда я ездил, чуть до развода не дошло. Возвращается, как чужой. Первый не обнимет, ждет, когда я. Ну и обняла бы. Обнимешь, обнимешь, когда трое детей. Не знаю, я бы на твоем месте надолго Олега Ивановича не отпускала. Женщины на него оборачиваются, он нравится. Вон Галя Кузнецова из технологического. Как Олег Иванович в командировку, так и она. Вот положит он на нее глаз-то. Люба. Таисия Александровна, можно вас? Боже. Ну вот, минуту помедлил, и пожалуйста. И ты тоже? Ну. Это я. Вынужден уступить. С детства воспитан в чинопочитании. Ты помнишь нашу молодость? Как будто это было 1000 лет назад. Все было иначе. А я студенческие годы, если честно говорить, вспоминаю с неприязнью. Романтик, общежитие, ночи без сна, сегодня ты грузчик, завтра сторож. Я бывало стою в буфете и считаю, что сытнее, бутерброд с колбасой или котлета. А рядом девушка. Выглажена мамой платьице. Удивляется, отчего Вишневский такой жадный. Нравится она мне без памяти, а в кино пригласить боюсь к ней. Парень на собственном москвиче ездит. Родители подарили. Мы с Олегом тоже комнату снимали у какой-то старушки. Вечно без денег. Да, я ведь тоже в институте женился. Как? Али в институте? Да нет, на той самой девушке. Я ведь человек упрямый. Да, да, да. Не поверишь, вся эта красота вызывает странное чувство. Мне кажется, что Пушкин, декабристы, даже Блок жили в этом городе, а я совсем в другом, даже не рядом. Кручусь со своей квартирой, бегаю по кабинетам, унижаюсь. Мама с женой не ладит, дома бесконечные ссоры. И все, я кому-то что-то должен. Жене продуктовый заказ, маме больницу привилегированную. Да и сам себе тоже должен. До 40 диссертации не сделаю, так и буду для всяких заботенко статьи пописывать. Куда-то рвусь, лезу. Ну, какое отношение имеет моя сволочная жизнь к Неве, Исаакию, Сфинксу? Что называется, не я им, не они мне. Ты знаешь, я тоже на себя иногда злюсь, что ничего вокруг не вижу. Раньше мы с Олегом хоть в театр ходили. Все дело в том, как у человека жизнь складывается. Или не складывается. Хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю? Прямо сейчас. Ты что? Ну, он по профессии художник. И довольно известный, но дело не в том. Тебе интересно будет. Как-нибудь в другой раз. Ах, вот ведь жалуемся, что живем по шаблону, но вырваться из него ни сил, ни желания. Ну, меня Наташа ждет, она без меня не ляжет. Ну и ладно, ведь ты же ей звонила. Ну, звонила, ну. Ну и все, поехали. Поехали, поехали, поехали.
Знакомьтесь, это Кирилл. Тая. Как видишь, я более чем точен. Раздевайтесь. Собирался к тебе завтра, пришел сегодня. Ну, между прочим, уже сегодня. Да, только что кончился футбол, наши выиграли 2-0. Я займусь кофе, а вы проходите. Да, кстати, у меня Храпов. Да. У него здесь съемки, приехал на пару дней из Москвы. Прошу, проходи. А что это за картина? На Рериха похоже? Это и есть Рерих, подлинник. А вон рисунок, цветы в вазе, это Кончаловский. У Кирилла отец интереснейший человек был. Кто только в этом доме не перебывал. Ахматова, Мерхольд, Блок, Зощенко. Интересно. А кто же он был? Просто талантливый человек. Знаешь, должности занимала директора винзавода до заместителя наркома. В 19 лет с басмачами дрался. Ну и всякие прочие дела. Лёшка, захвати там на кухне тарелочку с бутербродами. А вот Ахматова, когда она сюда приходила, вот где она сидела? А, Лёва уже доложил. Да сидел, где придется. И в этом кресле тоже? И в этом тоже. Что? Странно. Ну, конечно, странно. Вообще, можно сколько угодно говорить, что талантливые люди точно такие же, как другие, но все это будет, конечно, ложь. Талант — это всегда какое-то отклонение от нормы. Знаете, даже пробовал и рисовать, и даже получалось. Но все-таки все это было не то. Наверное, потому что главное в ней была не земная сущность, да? Ну, то есть ни цвет лица, ни морщины, а что-то неуловимое, что непередаваемое. Да, непередаваемое. Ну, земному художнику это не схватить, не по нему модель. Ты, как всегда, в своем репертуаре разводит перед дамой мистику. Неземная сущность, небытие. А для художника нет ничего пагубнее. Прошу вас. Таких разговоров. Вот ты на земле живешь, землю и пиши. Пиши коров, голых женщин, яблоки. Пиши природу. А уж потом искусствоведы найдут в этом божественное. Чудак. Человек необходимо видеть. Потому что он делает какой-то высший смысл. Да, наверное, даже больше, чем сама жизнь. Большего смысла в жизни, чем сама жизнь, быть не может. Не может быть наша жизнь лишена высшего смысла, если мы сидим в уютной квартире. Рядом с нами очаровательная женщина, и мы все здоровы. И нам всем хорошо. Да, вот вы говорите Ахматова, да? А вот вам Барташвили в переводе Пастернака. Это к нашему разговору. Когда мы рядом в необъятной вселенной, рай не дать не взять. Люблю, люблю, как благодать, лучистый взгляд твой беззакатный. Невероятно.
невероятно. Невероятно. Не описать. С годами гуще тени, пятна и резче возраста печать. О, если б смог я увидать твою божественную стать, люблю твой облик благодатный. Невероятно. 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 А ты почему не спишь? Читала. Кстати, папа звонил. Да? Обещал еще раз позвонить. Ну ты... Ты сказала ему, что я в ресторане? Нет, конечно. Почему? Потому что ему будет неприятно. Почему? Я сказала, что ты задерживаешься на работе. Ох, Наталья. А то, что ты солгала, папе будет приятно? М? Ну, не сердись, я даже не знаю, как у меня это получилось. Я не хотела. Мне неприятно, Наталья, что ты так легко лжешь. Неприятно. Ну, я думаю, что не всегда надо говорить правду и только правду. То есть как? Ну, даже у Куприна есть такой рассказ. «Святая ложь» называется. Ты читала его, кстати? Ты, моя милая, не совсем правильно поняла этот рассказ. Он вовсе не оправдывает ложь. Скорее, наоборот. Не знаю. Обещай мне больше никогда не лгать. М? Обещаешь? Нет, я не могу тебе это обещать. Ну ладно, иди спать. Алло, алло, девушка, дайте мне, пожалуйста, кандагой. Как фамилия этого художника? По-моему, Аверин. А может, Аверичев? Точно, Аверичев. Это очень известный художник-портретист. Но мне все равно, какой он художник. Просто я поняла, что в двух шагах от меня и совершенно другая жизнь. Да. Я осуждала Вишневского, дескать. Излишне ловок везде вхож. Но если честно, мы с Олегом по сравнению с ним живем тускло. Виктор, перестань буянить. Спи, мама сказала. Я... Нет, нет, не ходи, пускай сам засыпает. Между прочим, Олег талантливый инженер, он этим живет. Да. Живет. Живет. Сейчас опять влез в идиотскую историю. Поссорился со всем институтом. Человек должен к чему-то стремиться. М? А ему ничего не нужно. А сейчас все только и занимаются, что к чему-то стремятся. Олег работает. Работает честно. Знаешь, почему ты его защищаешь? Потому что ты сам такой. Тебе ничего не нужно. За моей спиной, извини. А было бы в Витьке есть нечего. Бросил бы театр, филармония его не устраивает. Я актер, а не чтец. Актер кушать подано. Но кто-то же должен играть и маленькие роли. Ну, играйте, играйте с Олегом маленькие роли в четыре руки. И будем. Держи. Спасибо. Между прочим, на таких, как мы, мир держится. Вот случись что-нибудь серьезное, я на него больше надеюсь, чем на этих дельцов удачливых. И вообще меня нет, я ушел к сыну. У тебя Ахматова есть?
я уже волновалась. Я же знаю, что рейс 11.13 последний. Тут два, полтретьего тебя нет. Дополнительный нам дали. Да. Угу. Так. На Веру. Годится? Да. Ну вот. О, Наташа. Она как раз просила меня. Ты знаешь, меня ведь Журбин опять в Москву сманивал. И ты, конечно, отказался. Ну да, в общем-то, не согласился. Ой, конечно. А как же? Ты, Олег, или чего-то не понимаешь? Или ты не хочешь понимать? Москва. Это не просто другой город. Это новые возможности, это новое положение, это квартира новая. Понимаешь? Это, если хочешь, другая жизнь. Другая жизнь. Ну, я бы не сказал, чтобы твоя жизненная программа была очень оригинальной. А я не хочу быть оригинальной. Я хочу быть как все. Мне надоело. Готовка, стирка, детсад, магазины. Мне все надоело. Я по телефону говорила, что вела здесь бурную светскую жизнь. Ну, знаете что? За полгода два раза в гостях и один раз с товарищами по работе в забегаловке, это не такая уж и светская жизнь. Почему же в забегаловке-то? Потому что больше никуда не попали. Ахматову где-то достал. Ольга дала. А ты знаешь, Ахматова дружила с отцом этого художника. Какого? Ну, к кому мы с Левой ходили. А я даже сидела в ее кресле. А ты знаешь, ты сейчас очень красивая. Почти как Ахматова. На портрете. Это я для тебя красивая. А тебе этого мало? Почему же? Вполне достаточно. Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. А еще что-нибудь? Не от того, что зеркало разбилось, не от того, что ветер выл в трубе, не от того, что в мысли о тебе уже чужое что-то просочилось. Не от того, совсем не от того, я на пороге встретила его. Измена называется. Как это верно? Ты-то откуда знаешь? Ну, я чувствую. А что покраснела? Покраснела. Ну и покраснела. Ну и что? Ты знаешь, Олег, я с тех пор, как с этими художниками познакомилась, что-то я себя совсем не понимаю. Люди задумываются о своей жизни, чего-то ищут, а я как трава. Ну, а кто тебе мешает?
Задумывайся и ты. Ты не понимаешь. Такой глупый. Да ты не глупый, ну просто в твоей жизни все ясно. Что же, это плохо, что ли? Не знаю. Я ведь тебя очень люблю, Олег. И я тебя очень люблю. Я тебя очень прошу, ну не уезжай, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Иванович, мне очень нужно с вами поговорить. Ну, пойдем. Да нет, у вас там всегда народ. Ну, где же? Ну, к нам приезжай домой. А что, если сразу после работы? Я вас надолго не задержу, минут на 10. Пожалуйста, но у остановки, да? Хорошо. Ну, есть. Ну, как у вас дела? Да вы же знаете, с технологами плохо. Прикажете отобрать у кого-нибудь? У кого? А со стороны-то неужели нельзя взять? Нельзя. У нас и так перерасход фонда заработной платы. Я не хочу еще и за это выговоры получать. С чертежниками помогу. Приказом переведу. И идут к вам неохотно. Сами понимаете, почему. Так что все, что можно, мы вам дали. Но ведь время-то идет, Валерий Павлович. Надеюсь, Олег Иванович, у вас нет оснований упрекать институт в нелояльности. К вашему сведению, выбраться с честью из этой ситуации для меня не менее важно. И дело не в моем директорстве. Я доктор наук, я как-нибудь без директорства проживу. Извините. Да. Поймала все-таки. Да здоров я, Анна Игоревна, миленькая, ну здоров. Ну нету времени обследоваться, клянусь, нет. Ах, и у вас план. Ну давайте завтра, а? Честно, абсолютно честно. Ну, спасибо. Ай, не люблю я эти обследования. Ищут, ищут, глядишь, и найдут что-нибудь. Расчетчиков раньше 20-го не получите, ниоткуда. Только в конце августа. В конце августа я в Кондогое должен быть. У меня привязка проекта, вы отлично знаете. Ну, значит, поедете туда раньше. Это все, Олег Иванович? Да нет, все, да не все. А неужели не все? А здесь, мой дорогой, не моя вина. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Но я боролся совсем не за то, чтобы вымаливать у вас работников. Ведь это же для дела нужно, вы прекрасно понимаете, не для меня лично. А что вы хотите этим доказать? Я перед вами, мой дорогой, чист. Моя позиция в этой истории сразу была ясна. А вот вы... А что я? Ну, вы, конечно, думаете, что руководствовались достойными принципами. Но, извините, стар я, наверное, стал, чтобы такое понимать. Нет, это, наверное, я чего-то не понимаю. Наверное. Но это жизнь нас рассудит. А сейчас что там взвешивать, кто прав, кто виноват, это бессмысленно. Только нервы тратить. Тем более мы с вами, к сожалению, в одной упряжке. Надеюсь, ненадолго. Почему ненадолго? А потому, Олег Иванович, что я с вами в дальнюю дорогу больше не ездок. Вот кончится это дело, сразу буду ставить вопрос перед Журбелем. Пусть забирает вас с повышением, конечно, там, в Москву, куда-нибудь все равно. Здорово вы решили. Такая забота обо мне. А я не о вас забочусь. Я о себе забочусь. Помирать неохота. Да не стоит, внучка у меня маленькая. Еще одна-две таких площадки в ящик. Никакое обследование не поможет.
Душевный у нас с вами разговор получился. А вы знаете, душевный. Душевный, потому что искренний. Ну ладно, желаю вам успеха, Олег Иванович. Спасибо. А к 20-му настоятельно советую вернуться. Ни на какие уступки институт больше не пойдет. Прости, пожалуйста. Слушай, Заботенко советует мне лететь пока одному, просто завтра. И, в общем-то, для дела это правильно. Ну и лети, если правильно. Ну, а дача-то как? Когда у тебя машина заказана? Это не важно. Мне не впервой. Попрошу ребят из лаборатории, того же Чупрынина и Вишневского, помогут. Слушай, мы как-то странно с тобой разговариваем, с самого моего приезда. Не кажется тебе? Не кажется. И вообще, поговорим об этом дома. Таисия Александровна, вас Вишневский разыскивал, он нас видел? Нет, спасибо. Посылали людей туда, там ничего нельзя, там припасы не подвезти. Но 5 километров – это много. Лев Станиславович, я вам нужна? Ой, Тая, слушай, срочно беги в правком. Да? Путевка есть для твоей Наташи. Что-то типа Артека недалеко от Ялты. Сегодня же надо выкупить. Лёва, как это тебе удалось? Удалось, удалось. По обменному фонду и прочее шило на мыло. Мошенник. Ну, беги. Ну, побойтесь бога, нам же через месяц готовый проект сдавать. Ну, на час-то они могут задержаться. Оплатите им сверхурочно из моего кармана! Запекают? Людей, людей не хватает. А ты чего ждал? Время летних отпусков. Картина такая была лет 20 назад. Красивая актриса там играла. Вроде тебя все что-то доказывала, по этажам бегала взад-вперед. Петрович, дай геолога, а? Мне в одной организации обещали 3, дали 1. Ну не жмись, у тебя же лето впереди. Если бы. Уже в июле все геологи будут работать на французов. Да. Олег, возьми трубку. Нельзя ли сделать так, чтобы я поехала с вашей группой на Кандагой? Вообще-то мне люди нужны. Я знаю. Я все про вас знаю. Но поймите, это не каприз, мне необходимо уехать. Я попрошу Заботенко. Пожалуйста. Ну вы же все заняты. А что, собственно, случилось? Не люблю я его. Не люблю. Извините, Олег Иванович, я понимаю, у вас и своих забот хватает. Простите меня, пожалуйста. Ну что, Галь, ну. Ну что, ну. И ты знаешь, я его даже не просила. Обмолвилась как-то, что Наташка хочет вот в такой лагерь, и все. Прямо отец родной. К чему бы это? Таечка, мой автобус, пока.
варенье еще бабушка варила. Знаете, так странно. Она умерла, а вещи остались. Даже варенье осталось. Очень вкусное варенье. Вы знаете, что в моем Юрке самое страшное? Непонимание. Я вот тут читаю «Вешние воды», читаю и плачу, а он смеется. Вот вы могли пойти один против всех, потому что вы считали себя правым. А он везде ищет деньги. Он бы вас никогда не понял. А ты понимаешь? Конечно. И не потому, что я какая-то умная, просто я вас люблю. Простите. Это уже давно, еще с института. Помните, вы меня еще тогда отругали за чертеж. И потом... Пожалуйста, ничего не говорите, я все понимаю. Теперь вам со мной неловко. Ну что ты, Галь? У нас гости. Познакомьтесь. Здрасте. Здрасте. Садитесь. А чего так скромно? Варенье, чай. Разрешите присоединиться на правах отставного мужа. Перестань, Юра. Перестань. Сломала мне жизнь. Выпейте со мной. Или брезгуете? Почему это брезгую? Просто не пью. Ой, явился, не запылился. Ну-ка, марш на кухню. Она права. Мог бы не возвращаться. А что с ней? Отойди от ребенка. Верочке 38. Мы с Наташей с ног сбились. А отец шатается где-то по бабам. Ну, Галь Кузнецова затащила к себе. Вот и беседовали, сидели. С ней, с ее мужем. Затащила. До 2 часов ночи? Я хотел позвонить, но у них телефона нет, а из автомата не мог. Слушай, может, мне не лететь завтра? Лететь, не лететь. Тоже мне гамлетовский вопрос. Ты уже неделю в городе. Ты хоть чем-нибудь, ты мне помог? Я же все делал, о чем ты просил. Что ты делал? Что ты делал? Прекрасно знаешь, в каких я тисках. Ты всегда в тисках. Наташа, принеси мне воды. Ну, ты слышишь, что я сказала? Сумасшедший дом. Конечно. Для тебя это сумасшедший дом, а для меня это жизнь. Верочка, Вера, давай примем лекарство. Вот так вот и стоим уже 3 дня. Ежели выход не найдем, так еще 2 недели стоять будем. Я их начальству звонил. Сказали, чтобы раньше 15-го пригрузы не ждали. Да что ж ты с меня жилы-то тянешь, Серёг? Сегодня вам пригрузы не доставили, завтра вон трубы не завезут. А вы так за помощью и будете к ГИПу обращаться? Положение-то безвыходное, Олег Иванович. И сегодня-завтра дожди зарядят. Я ж тогда со всей техникой здесь до холодов застряну. А я-то что ж тут могу? О, я сейчас. Олег Иванович, опять приехали с неполадками воевать. Приехал. Здравствуйте. Здорово. А ты что здесь делаешь? Я думал, ты давно по Невскому гуляешь. Я было хотел. А потом подумал, есть у меня интересный начальник, главный инженер проекта. Буду я гулять по Невскому.
И вдруг, чем черт не шутит, встречу его. А он мне скажет, что ж ты, грач, каша заварил, я ее расхлебываю, а ты в кусты. Как же я потом этому человеку буду в глаза смотреть? Не мог я его бросить. А так я себе сказал. Да, в общем, правильно говорит. Истинно аналитический склад ума. Олег Иванович, а остальные где? Что-то ты мне не очень рад. Кузнецова, Чупрын. Здорово. Заботенко же обещал. А Вишневский не дал? Ему не до нас. 4 плановых проекта. Договор с Ленгазом, французы. И Даше Полищук квартиру отрабатывать надо. Чего? А кто ему квартиру дал? Семен Иванович Полищук. Вот такой мужик. Хочешь познакомлю? Ладно, кончай трепаться. Идем, у нас дело тут по горло. На свежую голову подумать. Пойдем. Надо. Пока. Но я ведь все равно это не надену. Ну ты хотя бы примерь. Хорошо, можно примерить. Ну вот зачем я туда пойду? Французы устраивают прием для институтского начальства. При чем здесь я? Ну, пригласили бы они Дашу. Она хоть во французской спецшколе училась. Ты интересная женщина. На таких мероприятиях это необходимо. И твой Вишневский прекрасно это понимает. Интересная женщина. Сказала бы об этом Олегу. Ему бы это очень понравилось. Видишь ли, дорогая моя, семейное счастье – это тяжкий повседневный труд, непрерывные усилия, прежде всего, женщины. Тебе просто это не понять. Может быть, ты считаешь, что мне надо идти? Наденешь зеленые. Всего хорошего. Всего хорошего. Пойдем. Бай-бай. Ненавижу официальные застолья и все эти деланные улыбочки. А мне понравилось. Может быть, потому что я впервые? Ты знаешь, я сидела и думала, как жаль, что Олег лишен всего этого. Какой-то яркой, насыщенной жизни. Но ведь он талантливый инженер. Но ведь он талантливый. Конечно. Конечно, талантливый. Возьми его первый проект. Студенты, помню, по нему учились. Что-то с ним происходит. Его подменили как будто, и притом уже давно. Вспомни Башкирию, отказался от престижного, увлекательного проекта ради выгодного. Ну, ведь так? У нас тогда Наташа родилась. Мы квартиру получили. Нам очень нужны были деньги. Деньги всегда и всем нужны. А все-таки люди находят возможность. Олег себя разменял на мелкие производственно-технические достижения. Суетиться по пустякам, вроде этой пресловутой площадки 17-й. Не чувствует время. Ну, прости. Тебе, наверное, неприятно слышать. Ничего. Прости. Садись. И все-таки он человек счастливый, потому что у него есть ты. А я своей Алке нужен постольку, поскольку я ей нужен. Довольно распространенный тип семьи сейчас. Может, покатаемся по городу? Что-то не хочется домой. Ну, как знаешь. А я иду. Со мной беда. Не прямо и не косо. А в никуда. И в никогда. Как поезда с откоса. Ты что, Тая? Такая пустота на душе. Жить не хочется.
У меня тоже весь день отвратительное состояние. Только признаться некому. Не люблю и ненавижу себя. Ну, ты что? У нас с тобой что ни встреча, то самобичевание, то я тебе жалуюсь, то ты мне. Ну, не надо, успокойся. Все будет хорошо, Тая. Ты хороший человек, Лёва. И прости меня, я плохо о тебе думала. Ну, а теперь... Ты что? Алло, Ира, привет. Слушай, я проспала. Привет. Ты что такая веселая? А что? Я девочка отправила на дачу. Свободная женщина. Ты лучше совсем сегодня не приходи. Да. Ну, конечно, не приходи. А ты все-таки спроси у Левы. Справимся без тебя. А что он сказал? Так и сказал. Велел тебе отдыхать. Молодец, Лёва. Ну, пока. Ну, пока. Я слушаю вас. Алло. Ну вот, посмотри. Ну смотри, она уже без нас не может. Тая, привет. Салют. Ну чего ты пришла? Ну... Да я тут книжку в столе забыла. А завтра надо отдать. Пришла, включайся, помогай. А потом я вас развезу.
Не хочется, чтобы ты уходила. Спешишь? Нет. Может, куда-нибудь заедем? Я пойду. А в гости меня не приглашаешь. Ты кого боишься, меня или себя? Я никого не боюсь. Выпить у тебя ничего не найдется? Не держу. А ты что, часто пьешь? Да нет. Просто сейчас без этого ни один вопрос не решается. Нелепо живу, пошло. Иногда просыпаюсь ночью, холодный пот выступает. Так ли у меня все? Ведь жизнь-то идет. И кажется, полюби меня такая женщина, как ты, все бросил бы к черту. И ничего. Мне больше в жизни не нужно. Ничего. Ты знаешь, мне никогда в жизни не везло с женщинами. Все на меня какие-то непутевые вешаются. С самой молодости. Ну, а та девочка, ну, на которой ты в институте женился? Она от меня ушла. Да. Бросила, узнала про Алку, собрала вещи и уехала в Кишинев. Кишинев. Там живет сын. Я целый год с ума сходил, писал письма. Ну, глухо. А тут Алка под боком родила дочь. Живем. Не надо. Ты меня не любишь. Нет, люблю. Я тебя еще с института приметил. Только ты такая была. Какая? Слишком. В Лазневого была влюблена. В общем-то, это можно было понять. Он всем нам тогда казался ярким, талантливым. Да и ты тоже. Вокруг вас какой-то ореол был. Бывает, такие пары всем завидуют. Просто мы друг друга любили. Просто. Просто, не просто. По-моему, в наше время уже давно никому не ясно, что такое любовь. Все одним миром мазаны. Все дело в обстоятельствах. И в моментах. Ну, ты что? Ты что? Обидел, что ли? Так это же не я сказал, это Стэн.
Стендаль? Стендаль? Ну, ты же ведешь себя как девчонка. Собирайся, уходи. Ну что ты, так же нельзя, Тая. Больше ты мне ничего не хочешь сказать. Открытие новой нитки газопровода, который досрочно, на 2 недели раньше установленного срока, даст газ нашему району. Вот этого, даже небольшого участка, коренным образом изменит всю жизнь нашего района. Разрешите мне от имени районного комитета партии, от имени всех трудящихся нашего района, сердечно поблагодарить строителей за их самоотверженный труд. Почетное право сварить последний шов предоставляется лучшим сварщикам 8-го стройуправления, победителям соцсоревнования Василию Плотникову. Писатель-то наш. Я тогда пошутил, а он действительно типичная фигура нашего времени. Афаилу Мраеву. И Андрею Петрову. А красиво. Красиво. Вид у вас что-то не праздничный. Да какой есть. Ты далеко, Олег Иванович? Я на моторе могу подбросить. А, нет, спасибо, Сереж, я пройдусь. Thank you.
Ты знаешь, просто мистика какая-то. Иду сейчас и думаю. Ну, чушь, глупость, быть не может. Ужасно хочется, чтобы вошел, а ты тут была. Открываю дверь, а ты вот она. Знаешь, я чуть не потеряла тебя. Вот тебе на. Что ж, ей иголка, что ли? Это очень серьезно. Это гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Ну-ка, что там такое? Я многое поняла. Мы не должны с тобой расставаться. Ты мне обещаешь? Олег Иванович! Вы меня извините. Олег Иванович. На 42-м участке трубы вспучило. Аркой приподнялись. Кораблев срочно просит приехать. Ну ладно, я на улицу подожду.